Всем привет, дорогие друзья, с вами Швили. И здесь какой-то начал, что типа монстры напали на нас, но мне кажется, это РТС. Командир, мы готовы перестроить базу. Да, мне кажется, это РТС, потому что, как вам скажу, дорога. Дорогу даже здесь строится. Гараж. Смысл в чем? Эта игрушка была в столько рекламы в одном из моего обзора, то есть я делал игру, и там в перерыве была одна реклама данной игры, короче, вот так. Я такой думаю, блин, ну если вы так навязчиво мне это все впариваете, давайте посмотрим, что это за игрушка. Поэтому я ее не с хорошего, как бы, отзывов, наверное, с хороших отзывов скачал, а потому что она была назойливой рекламой. Строительство отправить бесплатно. Ну ладно, здесь кто-то ездит, даже что-то отправляет, строит. Так, очень практичный метод водоснабжения. Теперь нужно выбрать место для жилого района. Окей, спасибо. Забрать. Отправить. Постройте жилые зоны. Жилая зона. Хорошо, так нажимаем строительство. Бесплатно. Ну, типа, чувак к нам бегает. Постоянно там такие, типа, о, мы построили данное здание. Все, зашибись. Соточка прибавилась нам. Ада. Это ада. Забрать, отправить. Давай посмотрим еще. Окей, то есть нам нужно обязательно строительство. Бесплатное. Ну, в принципе, достроилась, да, дорожка. Alright. Ну, РТС, но, знаете, как-то вот по-другому здесь все строить. Может, специально так сделали. Но своеобразно, можно там сказать. Потому что вы знаете, как в простых РТС все это делается. Там построил, сделал, отправил. Да, здесь кто-то едет, что-то делал. Может, это чисто символическая какая-то. Плюс какой-то чисто символический. Food truck. Отличный, но по-прежнему пуст. Используй грузовик для перевозки еды. Доставка. Ну и отправить. Бесплатно. У нас один грузовик, короче, который все делает. Всех отправляет, строители, там всякую фигню. Вот. А пополнение food truck привлечет ближайших выживших. И кто-то да придет. Открыли. Выживших, то есть получается эпидемии, там зомби, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ну, как обычно все это. Мы отстраиваем базу. Выживет вместе блуждать. Блин, знаешь, похож из... Отсылочка такая небольшая, это... На... Как он? Губернатор был, по-моему, если не ошибаюсь, в ходячих мертвецах. Ладно, все. Все, они пришли, короче, типа, о, братаны, прям мимо здания проходят на здание. Сейчас, пожалуй, только немного еды сможет помочь нам чувствовать себя намного лучше. Они там жрали друг друга. Кто? Новый выживший, там семья была из шестерых выживших. Приготовьте еду и питье, может прийти еще больше людей. Друг друга потом жрали. Окей, забрать, отправить. Сюда. Улучшить. Отправить. А, мы должны улучшить себя же. Как закончить? Пропущу по стаканчику. По стаканчику вообще хорошо пропускать. Потом после рабочего дня это успокаивает. Стаканчику воды. Ха! Остальное все нельзя, вредно. А, верстак, то есть у нас улучшилось все понемногу. Сделалось, окей, госпиталь. Открыть. Бывает, ребят. А, ну все. Построим, ребят. Что мы построим? Здесь еда. А, ну мы дальше идем. Взять все, глава первая закончилась. У-ху! Красавцы. Мы первую... Сейчас темно, командир, нам нужно освещение. Сначала найдите что-то, чтобы добыть огонь, а затем придумайте о другом. Так, интересно. Свет огня с трудом освещает пустошь, а старших живых собирают возле костра и не осмеливаются отходить подальше. Смысл то, что там... О, слабый огонь, сопровождающий, скрывает во мраке опасность, заставляет людей нервничать. Командир, мы должны восстановить электричество в лагере. Хорошо, давай, пофигу.
Верстак. Вертяк. Так, строительство. Давай, братух, 10 секунд. Строй. Строй, бро. Первая ночь. Ну. Открыли электричество. Боже, у нас типа открыто электричество. О! Все. Типа мы можем все видеть. Отличная работа. Ада. Сообщите остальным. Теперь будем стоять на посту по очереди. Понятно, все хорошо. Забрать. Построить нефтескважину. Ну, даже нефть будем добывать. Жестко, конечно. А, за $30. Так, теперь можно строительство. Ну, вообще можно мгновенно, а мне не знаю, сколько денег. 40 у меня, в принципе. Ну, мгновенно, что я трачусь. Так, электричество. 10 секунд. Ну, это не так много. Поэтому я думаю, на это все и рассчитано, чтобы я мог открыть. Нефтескважина. Мы добывает она вот это всякого дерьма. Дальше забрать, построить лагерь бойцов. Вот это, мне кажется, самое основное. Но, так как мы можем только построить здесь. Не, знаешь, как бы это... Давай мгновенно. Да, построили, все успешно. Пока ты там доедешь, пока что-то тренировать. Да, у нас простые топори. Люди с топорами. А, сколько у нас выжившего? 150? Тренировать 12 изгнанников. Так, давайте тренировать сейчас. Вот. У нас 20 изгнанников. А, теперь могут себя постоять. Первую ночь мы забрали. Построить башню. А, башню могут атаковать наступающего, но... Не могут атаковать другие башни или что-нибудь такое. У нас враги вообще, я что-то не понял, как враги-то будут. Окей, первую ночь мы завершили. Как враги-то будут к нам, что ли, те? Взять все. О, вторжение воин. Командир, на юге обнаружены активные зомби. Прикольно. Свежая кровь. Ням-ням-ням-ням. Пустоши несется целая, да, зомби. Вызывающая дрожь. У нас нет возможности отступить. Впереди либо победа, либо смерть. Давай посмотрим. У нас большие проблемы. Командир, нас недостаточно, что представляете. Лучше всего уничтожить сразу. Построить госпиталь. Так, у нас вообще вторжение. Как они там собираются? Как там? Ладно. У вас нет свободной очереди, подготовки нет, чтобы использовать их. Хорошо, улучшить хижину. Лучше мгновенно. Назад. Так что у нас там? Сейчас будет бойня? Зомби надвигаются. Ваша база, решите задание главы, чтобы обеспечить безопасное убежище. Окей. Население, все. Количество населения на базе 160. Построить электростанцию. Слава богу, у нас ничего не дает при этом. Чё-чё-чё, поставка. А, бензин для электростанции. Нифига себе. Давай, братан. Ух ты. Они окружили наш лагерь. Я нашел на это на слайде, посмотри. Я надеюсь, эту штуку еще можно использовать. Включить питание. А, типа... Ну... на звук бегут. Прикольно. Мы победили. Впечатляет, да, не спорю. Получить. Командир, нам надо защитить себя. Ну, а пока мы еще не сдохли, улучшить базу до третьего. Улучшить. Перейти в фудтрак. Улучшить. Улучшить мгновенно. Конечно, ребят, мы что, должны ждать, что ли? Изина.
Улучшить за 3. Казармы, там вся фигня. Так, все. Взять все. Деньги или все. Нам нужны казармы. Ну, кстати, а что, мы не казармы, что ли? Тренировочный лагерь, наверное, тут построили. Чекает, достаем. Ух ты. Фу-фу-фу-фу. О, всех задавил. Че это такое? Этот что не убивает? А, он такой бежит. Ребят, вы меня убьете? Сюрприз о помощи. Надеюсь, такое будет. Спасите! О, нет. Время от времени в пустыне спустишь, слышу выстрелы ужаса. Сопротивляющие. Получить награды. Так, сделаем. Построен. Изгнанник. Перетащите юнитов. Герой. Ух ты, нифига себе. И чё, нажно? Атака. В поход. Смотри-ка, поход это не идет какой-то мировой, да? Хотя мировой есть. Ты между собой там открывать. Между собой таскаешься. Режешь всех. Вот. Старт, нифига себе. Ну давай. Выстрел в голову. Ну, конечно, я бы не сказал, что это прям топовые какие-то. Раунд. Ту. Так, одна убил. Топовые какие-то. Выстрел в голову. Давай, братан, выстрел в голову. Бэм. Все. Тоби пизда. Последний раунд. Давай. Тебе нет. Вам нет конца, вам нет начала. Спасите, спасибо. Ну, молодцы мы, кстати, спасли, типа, мы классные, все. Да. Ну, неплохо, неплохой РТС, хотя бы что-то сделали, ну, как бы своеобразно, можно так сказать. На мировом карте уничтожить один зомби. Вот мировая карта, давайте посмотрим. Вот мировые карты, вот батьки все. Когда мощь армии достигнет 100, поход, пофигу. Вот. Да. То есть мы типа идем сюда. Завершение, спасение, иметь в наличии 2 гаража. Пускай. Так, у нас, смотрите, мировой инвент здесь еще есть, да? Вот эти чуваки, можно... Кстати, они почему-то потихоньку бегут. Это, кстати, невозможно как-то. Что это такое? Мне дают что? Да что ты? Денег, награды за добивание. Окей, здесь сколько у нас? Опыт и еда. Здесь это у нас добывающие станции. Да-да-да, я знаю, что ты занимаешь добывающие... А, нет. Занимаешь добывающие станции, типа добываешь... Справка, что у нас? Справка по сбору. Да, здесь как обычно все, ребят. То есть, как будет биться? Это что это я? Это я буду с кем-то биться сейчас? Поиск прибыль в пункт. Там чё вообще? А, это мои его, да? Мы сейчас убили, да, и назад едем. Ладно, ребят, в принципе, вы должны понять, как эта игрушка себя строит. Прикольная игрушка, то есть РТС хотя бы. Но что-то сделано получше даже. Тем зомби, я бы ее сделал даже в топ, его воткнул за какую-то оригинальность. Может быть, плавную графику, если честно. Ну, то есть надоели одинаковые графики. Если вам понравилось, я оставлю ссылочку в описании. Хотите еще поиграть, я в нее поиграю. На этом мой обзор закончил. С вами был Шевилиан. До новых встреч. Пока.